В зале Попсовета Казанского федерального университета прошел третий в этом году общественный семинар экспертного института социальных исследований на тему «Баланс полномочий и ответственности органов государственной власти в современной России. Новые возможности конституционной системы». На общественном семинаре присутствовали представители из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя и других приволжских городов. С приветственным словом от имени ректора и Казанского университета выступил проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. Очень надеюсь, что вы проведете здесь достаточно плодотворные дискуссии, получите новые впечатления как об университете, так и о той тематике, которая сегодня будет обсуждаться. Родятся новые идеи, родятся, возможно, новые проекты совместные, и чтобы все это можно было воплотить в жизнь. Информационную и методическую поддержку мероприятию оказывает Российское общество политологов. Семинар посвящен одной из важнейших тем, связанных с конституционными поправками, внесением изменений в Конституции России 2020 года. В частности, на семинаре будут обсуждаться вопросы изменения баланса полномочий органов власти, изменение параметров функционирования властной системы в целом. То есть это такая важная, серьезная тема, связанная с тем, как за год после внесения изменений в Конституцию усовершенствуется, развивается российское законодательство, политическая система. На круглом столе в онлайн и офлайн формате выступали юристы, политологи, социологи, которые делились своими идеями и предложениями. Мероприятие проводится для того, чтобы посредством дискуссии определить, в каком направлении нужно двигаться для дальнейшего совершенствования работы экспертного совета. Основная задача – это, конечно, представление рекомендаций лицам, принимающим решения, да, центры принятия решений со стороны экспертного научного сообщества. Цикл семинаров экспертного института социальных исследований будет продолжаться до конца года. Энджи Минибаева, Фарид Захидоглы, Универньюз.